На фоне растущей волны насилия в этой стране МИД России опубликовал призыв к своим гражданам воздержаться на ближайшее время от посещения египетских курортов. Египет – одно из излюбленных мест отдыха граждан России. Согласно опубликованным в четверг данным, сейчас в Арабской Республике может находиться до 60 тысяч российских туристов. Самые популярные среди россиян курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, расположенные в 500 километрах от Каира. И хотя власти Египта уверяют, что жизни туристов ничего не угрожает, иностранным гражданам не рекомендуют покидать курортные зоны и территории своих гостиниц. Руководство Ростуризма подтвердило, что сделанное ранее заявление МИДа с призывом к российским туристам не ездить в Египет дает им право получить обратно деньги за уже оплаченные, но нереализованные туры. Помимо этого, российские туристы, которые находятся на отдыхе в Египте, имеют право на эвакуацию из страны, в том числе на оплату услуг по перевозке и размещению.